Я, конечно, беспокоюсь за судьбу Украины и, в частности, за город Одесса, в котором я сегодня работаю мэром этого города. Я волнуюсь и действительно вижу, что количество ракетных ударов увеличивается. Для меня ничего нового в этом нет, потому что изначально в целях оккупантов было окружение или захват Одессы. Для этого они неоднократно подходили морским флотом к нашим берегам. Для этого они продвигались на Николаев, на Николаеве их остановили, потом на Вознесенске их остановили. То есть фактически тот план, который у них был с первого дня войны, он остается сегодня актуальным.